Открытый лично-командный чемпионат города по плаванию проходил в 3 дня. В соревнованиях участвовали коллективы физкультуры города и команда тренеров-преподавателей бассейна «Дельфин». Мужчины и женщины, девушки и юноши плавали в личном зачете, а также представляли команды предприятий, организаций, учебных заведений города и спортивной школы ИКАР. В программе соревнований 14 индивидуальных дистанций и 8 эстафет. Еще нижегородцы у нас приехали, детишки, Приокский район, приглашали многих. И другие города, мы постоянно приглашаем другие города. Ну, вот у кого есть возможность, те оформляются, приезжают. Сейчас вот на данный момент Приокский район. И еще некоторые люди чисто сами индивидуально. Пловцы участвовали в смешанных эстафетах. Эстафетах «Микс», «Вольный стиль», «Браз», «Спина» и «Баттерфляй». На индивидуальных дистанциях возрастных групп не было. Пловцы соревновались в абсолютном первенстве. В течение года городская федерация плавания проводит до 18 соревнований. Также пловцы пробуют свои силы и на выездах. Саровчане показали достойные результаты на открытом чемпионате России по плаванию в категории «Мастерс» в Обнинске. Там мы завоевали, наша команда из 21 человека завоевала 20 медалей, 16 в индивидуальных дисциплинах и одна женская эстафета. Ближайшие ветеранские соревнования – спартакиада Нижегородская, областная спартакиада пловцов ветеранов. Это старше 40 мужчин и женщин, старше 35 лет. И плюс спартакиада пенсионеров. Также планируются и другие областные выезды сборной команды города. Осенью состоится Кубок Сарова по плаванию. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко, служба новостей Саров, 24.